В год семьи в Центре доверия решили провести конкурс на лучшую семью среди работников учреждения. Всего набралось 6 команд. Каждый из участников подошел к соревнованию с большим энтузиазмом. Мы с удовольствием решили участвовать в этом конкурсе, потому что для нас, наверное, самый главный этап – это приготовление блюда из яблок. Это самое интересное – посмотреть, кто какие блюда умеет готовить. Ну а также у нас будет проводиться эстафета, игры разные. Ну, наверное, больше всего волнение вызывает художественный номер, а все остальное спортивные игры, с нами справимся. А номер какой приготовили? Номер художественный приготовили. У нас будет импровизация, сценка «Лиса Алиса» и «Кот Базилио» из известного мультфильма нашего «Буратино». Так что, я думаю, будет здорово. Конкурс на лучшую семью «Яблони от яблони» прошел в целях укрепления духовных и культурных связей между поколениями, популяризации здорового образа жизни и укрепления дружбы в коллективе. Вот сегодняшнее мероприятие у нас как раз-таки проводится, мероприятие называется «На лучшую семью». Оно проводится в рамках плана мероприятий и посвящено Всероссийскому фестивалю «Яблоко от яблони». Также в комплексном центре доверия всегда стараются поддерживать своих работников. Например, дают отпуска при заключении брака и рождении детей. Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашеев. Новости дня.